Всем привет, дорогие мои! Рада вас снова поприветствовать. Сегодня у нас Рождество и рождественские чудеса. Ну, я не знаю, как насчет чудес, но Рождество вроде бы точно наступило. И я хочу поздравить тех из вас, которые верят, которые считают этот праздник своим. Пусть у вас все будет хорошо. Будьте здоровы, счастливы. И также тем, кто остальным, кто не верит, тоже пожелаю того же. Пусть у вас все будет хорошо. Здоровье главное, да, и все остальные дела. И личная жизнь пусть радует. Главное, чтобы вы были счастливенькие. Вот. Ведь даже если все в жизни плохо, все равно надо оставаться оптимистом, как бы это печально не было. В общем, сегодняшний подкаст, мини-подкаст, я хочу посвятить, даже я не знаю, даже не подкаст, а так, что-то вообще очень недоподкастническое. Я хочу посвятить конкурсу. Я хочу к 14 числу, к старому Новому году, сделать видео из веселых моментов разных, которые были на моих прохождениях. И я хочу, чтобы вы указали название или ссылку и время, когда происходит этот юмор. Я потом все это нарежу и сделаю одну веселую нарезку. Может, даже и несколько получится, если будет сильно длинные. Хочу порадовать и вас, и себя. Ну, а вы указываете вот эти данные, и тот человек, который больше всего укажет, получит приз. Один ключик из кучи всех тех бандлов, что у меня есть. Не знаю, нужно или нет, но в любом случае, я думаю, мы же не ради приза здесь собрались, а именно ради веселого времяпровождения. Так что пишите время, пишите файлы, какие, и я буду делать нарезку. Потом, что еще хочу сказать. Рождество, время делать добрые дела. Ну, конечно, весь год надо делать добрые дела, но Рождество — это тот момент, когда мы все вспоминаем об этом. Я хочу сказать вам о двух летсплеерах, у которых проблемы со здоровьем. Я не буду уточнять, какие и что, просто... Вы знаете, наше государство, ни ваше, ни наше, особенно не заботится о больных людях, поэтому спасение утопающих дело рук самих утопающих, и я оставлю ссылки под видео с этими двумя ребятами, и если вы хотите, просто пойдите, сделайте доброе дело, нажмите лайк, что-то хорошее скажите. Может, копеечку подкиньте, не знаю. На ваш выбор, но летсплей, я так понимаю, это их единственный способ. Может быть, не единственный, но один из немногих способов что-то как-то подзаработать себе. Вот. Вот такие вот пироги. Вот. Сделаем немножко доброго дела на Рождество. Что ж, в общем, всем удачи. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что подписываетесь, и привет всем новым членам нашей команды, нашей банды. Пока.